не к тебе в гости. Это мой, что ли? Ты зачем со мной дерешься? О? Для порядка. Спина заходит. Иди, иди, веди свои брата в сторону туда. Так, вот у нас новое помещение. Здесь у нас будет молодняк. А это у нас стрички здесь живут. Вот такой у нас модный теперь поильничек. Водичка наливается, краник, и по шлангу, 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 водичка, 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 водичка побежала в поильничке. И вот водичка. Таких вот три поильничка. То есть они пьют, вода заканчивается. Короче, вода, если закончится, она поднимется и вода нальется. Обалденно. То это просто продается все, да? В интернете. Так, это все есть в интернете. Это как поилка. Куры у нас практически ручные. Там петуха сзади нету? А вот это специально сделаю, чтобы они не прыгали. Иначе они запрыгивают туда, посмотри. А теперь это им не дают. Прям ручные у нас круто. Вот, и там такие же. Так, все, подожди, поближе. Вон, с ними они пьют. Сейчас, подожди. Так, вот здесь куры сидят, какают на поддон. А здесь получается поддончик и все чисто. Так увеличиваем пространство. Градусник. Свет у нас вот от датчика светового работает. Утром включается, вечером выключается. Бай-байки, всем спать. Вот так отсекается молодняк. А туда уже будет. Там старички живут. А здесь молодые. Им нестись не надо. Просто они будут здесь, курушка вот будет с ними. Вот такая же система сделана из другого бочонка. Вот. И вот она, эта поильная система. Ну, там сейчас воды нету, поэтому не льется. Она льется, когда вода приходит. В самой бочке воды нет. Вот эти штучки сделаны для того, чтобы куры туда не прыгали. И не разбрасывали ничего. Розетки,
чтобы куры музыку слушали. А плеер-то их где? Вот. Обогреватель. На всякий случай, если холодно будет. Обогреватель, полотенцесушитель. Вот здесь у них выгул. Петюня опасный тип. Целую толпу свою позвал. Петюня. Петюнька. Петюнька, я выхожу. Сколько у нас кур сейчас? 13. 13? Ну, они разного возраста. 6 уже третий год. Такие кормушечки. А где датчика повесила? Вот на стенке. Вон он. Этот меня пасет, короче. Нельзя, Петя. Нельзя. Нельзя. Бандит. Иди отсюда. Да нет еще. Подожди. Да не бойся. Давай я спиной поворачиваюсь, он нападает. Давай, я встаю. Давай, иди. Нечего ругаться. Так, вот такой светодатчик. Давай-ка еще здесь поконтролируй своего бойца невидимого фронта. Так, вот там у нас земляная такая купель. Все это у нас под крышей. Здесь всегда сухо. Там вот у нас тоже место, где они гуляют. Так, я теперь как отсюда выйти-то? Пришел. Просто иди вперед. Ну, конечно. Пойдем, Петя, пойдем. Пошли, пошли, пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Да, поег хороший. Это в этом году додумалось, да? Ну, я купила зимой. А куда он делся? Там он. За домом. Открываю? Угу.